Товарищ Белкин, Клавдий Васильевич. Здравствуйте. Зачем вы выключили радио? Я скажу так. Один интересный шатен исключительно влюблен в одну интересную девушку. Какую девушку? В отношении девушки не скрою, товарищ Белкин. Девушка – это вы. А шатен? Шатен, товарищ Белкин, пожелал остаться неизвестно. Спокойненько, разговор еще не окончен. Что еще? Еще то, что шатен мечтает, чтобы вы с ним расписались. Гарант? Да, пожалуйста, есть машина. Адрес. Сейчас высылаю. Номер 7916. А что передать шатену? А шатену передайте, что я люблю блондинов. Ой, товарищ Белкина, я знаю этих блондинов. Эти блондины – Петька Говорков. У нас ведь были
Белкина, разговор еще далеко не окончен. Шатен предлагает вам отдельную комнату в малонаселенной квартире, личный телефон в коридоре, центральное отопление, ванну, где можно белье стирать. Ну и стирайте. У вас нет сердца, товарищ Белкин. Между прочим, вы напрасно ждете, поскольку ваши блондины все равно не приедут. А ваше-то какое дело? Значит, мы только знакомы? Мы только знакомы. Как странно. А не заеди, помните, когда не жена? Это из Павловска. А вы князь Игорь тоже знаете? Запомните, юноша, нет такой подбори, которую бы я не знал наизусть. Это что, ваша? Такси, будь оно проклято. Так вы шофер, я думал, вы музыкант. Будешь тут музыкантом. А вам куда ехать? Да мне недалеко, я тут на двух трамваях доеду. Садитесь, я вас даром довезу, как любитель музыки. Я, имейте в виду, юноша, не люблю благотворительность. Но у меня есть 5 рублей, будем ехать, пока они не кончатся. А потом я на трамвай заеду. Ну что ж, юноша, давайте познакомимся. Моя фамилия Македонский, Василий Фомич. А моя фамилия Говорков. Знаете, очень приятно познакомиться с таким любителем. Надо, юноша, думать, прежде чем говорить. Я, милый мой, не любитель. Я артист. Все, дорогой мой юноша, зависит от того, какой любитель. Есть любители-дилетанты. Такой за всю свою жизнь ни одной ноты не взял. Обо всем они судят, все не знают. Ах, пианиссимо, ах, фортиссимо, ах, Верди, ах, Чайковский. А пойди поскрепи такого любителя, ни черта не смыслит. Нет, дорогой мой юноша, я не любитель из публики. Я 30 лет пел на оперной сцене тенором, тенором. Меня Собинов боялся. Ах ты, боже мой, я первый раз в жизни разговариваю с настоящим оперным артистом. Я помню, когда я в 1901 году первый раз пел Альфреда, у меня была замечательная виолетта. У нас замечательно получался этот дуэт. Да, я вот сейчас сижу и думаю, как мог этот болван Карабасов, Борис Цветком, открыть «Ля бемоль»? О, скоро ли Карбель? Я, Василий Фомич, не знаю, какой звук открытый. И я, конечно, извиняюсь, какой закрытый. Но только я бы спел так. Скоро ли, Кармен, с тобою буду вновь ты, мой восторг, мое мучение, ты озарила счастьем жизнь мою. Я буду снова в упоении, моя Кармен. Век я твой, моя Кармен.
Клавочка. Клавдия Васильевна. Клавдия Васильевна. Товарищ Белкина. Товарищ Белкина. Если бы вы знали, Альфред Терентьевич, как вы мне надоели. Сколько вам лет, юноша? 24. Через год вы будете петь в Большом театре. В Большом театре. Напели. Да. Дозволь наглядеться радости на тебя. И постой, постой, красавица моя. Дозволь наглядеться радости на тебя. Ваш ёжра, спасибо, милая. Позволь наглядеться.
ждут, люди ждут, а он, понимаете, горло дерет. Я человек интеллигентный, я не могу этого терпеть. Ну, Петя, смотри, на работу опоздаешь. Горе мое. И что ты, Петенька, все поешь да поешь? Ну, ладно, ладно, раскудахтались. И спишь не вовремя, и ешь не вовремя. Горе ты мое. Ну, ладно, ладно, горе, горе. А что вы скажете, мама, если ваш сын Петр Васильевич Говорков ровно через год будет петь в Государственном ордене Ленина в Академическом театре имени Кирова? Никто тебе ордена Ленина не даст, если ты планы выполнять не будешь. Да я теперь с таким человеком учебу прохожу. Ах, мама, вы ничего не понимаете. Ой. Понятно? И так далее. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Вам. От меня. Товарищ таракан, я же вам сколько раз говорил, товарищ таракан, ну неудобно делать такие дорогие подарки. Вот ей-богу не возьму. В части подарков, Клавдия Васильевна, выражение чувств есть обязательные условия. Согласно теории сохранения личности, одеколон не роскошь, а предмет ширпотреба и культурной жизни. Смейся, паяц, над разбитой любовью. Изверг рода человеческого, Петлюра. Товарищ Тараканов. Товарищ Тараканов, получите наряд. Судьба есть жизненный стимул в разрезе научных споров. Ой, какой дурак. Но я спокоен, понимая свое преимущество. Пока. Товарищ Говорков. Петь, поди сюда. Вы немножко запачкались. Дайте я вам вытру. Клава. Что Клава? Клавочка. Да? Нет машин. Клава, вы не рассердитесь, что я вас спрошу? А когда я на вас сердилась, Петя? А позавчера. Да это я не на вас, а на Тараканова. А я думал, что это вы на меня. Нет, ну говорите. Я давно хотел вам сказать. Нет машин, не знаю. Все хотел и не решался. Я вас... Это не гараж. Я вам хотел сказать, что вы тут мне неправильно написали в наряде. 16-го. А нужно 17-го. Вот. Алло, алло. Вы просили машину? Есть машина. Ваш адрес?
Клава, я люблю вас! Почему ты тогда сразу не сказал? Я тогда боялся. А почему потом не боялся? А потом я не боялся. А теперь боишься? А теперь я не боюсь. А ты тогда боялась? Я никогда не боялся. Помнишь, когда ты только поступил к нам в гараж? Я на тебя как дуру накричала. Мы никогда не будем ссориться. Правда? Тебе не холодно? Я почему-то думал, что я никогда не женюсь. А разве ты хочешь жениться? Как? А разве я тебе не сказал? Вот спою Ленского, а потом пойдем распишемся. Какого Ленского? Евгения Онегина. Ордена Ленина в Академическом театре имени Кирова. Петь, ты с ума сошел? Ничего не сошел. Говорко! Говорко! Почему не на репетиции? А еще Онегин. Прошу вас извинения, я опоздал немного.
Скорость подкачал, Василий Фомич, через 5 минут буду. Настенька. Настя, смена кончилась час тому назад, а вы в таком виде. Да вам 2 часа мыться надо. Ох, и люблю же я вас, Василий Фомич, ну прямо сил нет. Раньше вас буду. Я не способна грустить. Послушайте, где Говорков? Петька Говорков? Да, 8 часов репетиции. Отдохну, то есть между нами? Да ладно, ладно, где он? Тайна, папаша, покрытая мраком, но для вас. Ты мне, Клава, скажи прямо, ты веришь, что я буду артистом? Ну вот подожди, спою Ленского у нас в клубе, и тогда все выяснится. А главное, ты не беспокойся. Нас с тобой никто никогда не разлучит. Ах, вот вы где! Василий Фомич, одну минуту. Не, одну секунду. Завтра в 9 часов встретимся на балу. Василий Фомич, при публике. Друзья мои, юноша, вы присутствуете при рождении таланта. Петя! Это говорит вам старик Македонский. Запомните этот день, друзья. У вас есть совесть? Что значит у меня есть совесть?
почему вы не хотите репетировать в гимнастическом зале? А почему я должен репетировать в гимнастическом зале? Потому что вы нам мешаете. Мы вам мешаем, а вы нам не мешаете. Хорошая музыка, юноша, никогда никому не мешает. Так почему же вам мешает мой джаз? Потому что у вас плохой джаз. Плохой джаз? Лучше плохой джаз, под который будут танцевать широкие массы трудящихся, чем плохая опера, которую никто не будет смотреть. Иди, или что? Или я убью вас. Подождите, мы всегда это успеем сделать. Надо ему разъяснить. Дорогуша, я сам танцую. Джаз это здоровое развлечение, и глупо было против этого спорить. Но он не должен становиться на пути святого искусства. Вы слышите, юноши? Святого искусства. Что значит святого искусства? Что значит становиться на пути? А то значит, что он посредством подлых интриг забрали у нас единственного барабанщика. Костя! Сейчас же на репетицию, слышишь? Костя, сиди на месте. Костя, ну чему ты можешь здесь научиться? Подкидывать палочки? А я научу тебя музыке. Я достану тебе литавры. Я сделаю тебя великим артистом. Идите, Костя. Идите, мальчик, вас там научат. Вы там хлебнете горе. Барабанщик в опере последний человек, а в джазе это король. Ходи! Костя. Если ты настоящий музыкант, сердце должно тебе подсказать, где твое место. Я буду жаловаться! Я поставлю этот вопрос в направлении клуба! Ты помнишь наши встречи в Приморском парке на берегу? В чем дело? Товарищ докур, барабанщика утащили! Что? Барабанщика утащили! Почти в марки покупают. Знаешь, Петя, впервые. Ну, детки, давайте 16-й номер сначала. В вашем доме, в вашем доме, в вашем доме. Это черт. Василька. Он больше не будет. Не будет. Ручаюсь, не будет. Взять его! Взять! Видно вам, товарищ Македонский, срывать клубную работу накануне такого важного мероприятия, как полярный бал. История нас рассудит, товарищ Бабашкин. Ну, друзья мои, искусство требует жертв. Будем репетировать завтра в 8 часов вечера.
свои поступки. Он не желает этого, и я прошу его меня свой пидор. Замолчите, или я убью вас! Нет, это вы замолчите, а то я убью вас. На целые 3 страницы раньше вступил. И роза, и роза. Черт, Петя, ну. Бой, Пизов. Понятно? Вот. Юноша, всю сцену сначала. Василий Фомич, что? Мне пора. Ну как пора? Что пора? Куда пора? У меня мама больна. Производственное совещание. Стыдно. Стыдно, юноша, еще хотите быть певцом. Артистом. Пожалуйста, уходи. Так я же ничего не говорю, Василий Фомич. Я, пожалуйста. Я, Клавдия Васильевна, ежедневно работаю над собой. От 5 до 6 я обедаю, от 6 до 8 работаю над собой. А потом я свободен и культурно развлекаюсь. Я так спешил, Клавдия. Ты давно пришла? Идем скорее танцевать. Вы напрасно так торопились. Не сердись, Клава. Я не сержусь. Да если бы ты знала, как все хорошо, и как я счастлив. Даже счастлив. Очень. Ну что с тобой случилось? Ну ничего не случилось. Только я не люблю ждать. Послушай, это странно. Из пустяков ты сердишься. Ничего я не сержусь. Перестань, Клавдия. Пойдем лучше танцевать танго. В части танго Клавдия Васильевна обещали танцевать со мной. Занимайте места согласно купленным билетам. Браво, 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 браво. Я, Клавдия Васильевна, люблю все красивое. Вот, например, мои отсталые родители дали мне пошлое имя Федор, а я переменил его и называюсь теперь красивым заграничным именем Альфред. И от любви я требую в первую очередь красоты. Какой вы нудный, Альфред Терентьевич. Ты не танцуешь, Ленский? Чарльз Гарольдом каким-то стоишь. Что с тобой? Знаешь что, Гришка, сказал бы я тебе это. Чего ты злишься? Вот черт! О!
я знаю, друзья мои. Я сам на сцене работал 30 лет, и все эти 30 лет волновался. На сцене нужно волноваться, правильно. Василий Иванович, можно начинать. Я вам хочу сказать, друзья мои, что опера в переводе на русский язык значит дружба. Татьяна, Ольга, на место. Отстой. Не забудь. Сегодня кого-нибудь убью. Номер 1489. Сейчас посылаю. Товарищ Карпухин, к вам выезжать. Ну что же, Любочка не идет? Отдыхать. Я приобрел два билета в кино «Удар». Я иду в клуб. Клавдия Васильевна, пропадут билеты, это не культурно. Знаете что, оставьте меня в покое. Клавдия Васильевна, ну вы идите, а я быстро смотаюсь, продам билеты и тоже приду Петьку слушать. В вашем доме, как сны
Серьезно, ну такой день. Он вернется, ваш юноша. Да не он вернется. Я хочу вернуться. Вот отлично. Вот и вернетесь сегодня после спектакля. Ух, какие интересные шляпки носила буржуазия. Ладно, ладно. Кина такие носила. Тебе чего? Известная вам Клавдия Васильевна Белкина просила вас прекратить некультурные отношения. А ну, убирайся ко всем чертям. Ноль внимания, кило презрения. И просила передать вам, чтобы вы не утруждались больше писать письма, поскольку гражданке Белкиной читать их противно. Пошел вон! Зачем вы в рукава лезете? Онегину в накидку полагается. Как зимой? Ведь мороз. Вы меня, молодой человек, не учите. Я в Мариинском театре служил. Самого Собинова одевал. Собинова? А вы мороз. Не отстаньте, я сейчас позову милицию. Клавдия Васильевна, я культурный человек и требую к себе культурного отношения. Боже, какой идиот. Вы так думаете? Куда, куда? Куда, куда? Куда, куда? Последние два такта повтори. Куда, куда? Куда, куда? Куда, куда? Куда? Черт, куда? 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 Занавес! Я сегодня кого-нибудь... Петя!
Петя! Петенька! Оставьте! Оставьте меня! Петя! Не нужна мне ваша жалость! Понятно? Горе ты мое. Петенька, выпил бы чайку. А я творожку купила, хочешь? Может быть, за папиросами сбегать? Ночь, конечно, не спал. Не спал. Ну, ни капельки не спал. Отлично. Так и должно быть. Плакал? Нет, не плакал. Плохо. Курил? Курил. Одно за другое так и курил. Ну, все идет как по нотам. Я тоже, когда первый раз провалился хайкой, так за ночь 150 штук выкурил. Простите меня, Василий Фомич. Я как дурак. Ничего не знал, что делал. Правильно, юноша, правильно. И я не знал, что я делал, когда провалился в Казань. Итак, в 5 часам утра вы решили, что жизнь кончена. Да? Было такое? Было. Ну, вот. А потом вы стали думать, эх, как хорошо было раньше. Ездил я на такси, распевал песни, знакомые меня похваливали, девушки меня влюбляли, да? Потом вдруг появился этот старый дурак Василий Фомич и все испортил. Думал так? А, вот, значит, подскользнулся и сразу в дребезги. Хорош. Да ведь трудно мне. Это самое вот трудно. А вы думаете стать артистом? Легко. Батистини не проваливался. Карузо, Карузо проваливался. Да я сам проваливался 4 раза. Один Коварков не хочет проваливаться. Видите, не хочет. Да провалиться это самое легкое. То, что вам предстоит, гораздо труднее. Будут огорчения, будут обиды, жертвы. А главное, будет очень много серьезной работы. Вы подождите, ребята. Неудобно всем сразу лезть. Человек в таком состоянии. Вы говорите учиться. А работать кто будет? У меня семья на руках. Да, я об этом не подумал. Здорово, Петя. Здравствуйте. Василий Фомич. Погода сегодня прям весна. Здравствуйте, товарищ Говорков. Здравствуйте. Здравствуйте, Петя. Здравствуйте. Как вы высоко живете, товарищ Говорков? Прямо кошмар. Погода сегодня прямо весна. Жалко. Василий Фомич. Ой, Василий Фомич. Петя. Мое почтение. Здравствуйте. Как жизнь? Погода сегодня? Прямо весна. Тепло! Ну что ж вы, товарищи, стоите. Пойдем. Присаживайтесь. Пойдем. Присаживайтесь. Садите его в уголок сюда. Петя, Петя, садись. Что ж получается, товарищи? На лицо все 5 членов. Вроде как бы собрание можно считать, как бы сказать, открытым. Товарищ Малышев, не размазывай. Если, товарищи, позволите, я коротенько. Дорогие товарищи, что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем, товарищи, талант. Точно. Который, товарищи, как бы сказать, находится среди нас. Правильно. Ну, товарищи, не будем играть в кошки-мышки. Слово предоставляется товарищ Лисицыной. Товарищи,
от имени группы работников нашего гаража номер 87 поступило предложение послать товарища Говоркова для обучения в Государственной консерватории. Правильно, правильно. Товарищи. Товарищи! Пришел прощаться. А все-таки жалко уходить. Жили дружно. Ничего, ты заходи к нам. Ясное дело. Слава, ты послушай. Это, знаешь, трудно сказать. Все как-то перепуталось. Я, конечно, виноват, но, по-моему, нужно просто. Если ты меня любишь, давай мириться. А если не люблю? Остались гордо мы. Или вы выходите за меня замуж, или одно из двух. Степан Степанович, вы еще не нашли Завгара в Гатчину? Нет. Я согласна. Понимаете, горло тебе. Или заходил, тебя не застал дома. Ну, как тут у вас? Сел по-прежнему. Вот только Тараканов ушел в другой гараж за длинным рублем. Погнался, собак. Ну. А Клава Девкина, в вечерней смене сегодня? Нет. Она уже год как у нас не работает. Ну, брат, ее теперь рукой не достанешь. Говоря, скоро инженером будет. А ты что, ее с тех пор так и не видел? Нет. Не видел. Клавдия Васильевна Белкина в Ленинграде не проживает.
товарищ, вы пели очень, очень хорошо. Замечательно. Петя! Дорогой Петя, поздравляю тебя! От души тебя поздравляю! Спасибо, Василий Фомич. А помнишь, Петя, что я тебе говорил в первый день нашей встречи? А? Помнишь? А ты все работаешь, Клавенька. Пошла бы погуляла. Погода хорошая. Бабушка Петю поет! Не видаться с тобой, моя боль! Это его голос. Ночи глядя. Никуда, я тебя не пущу. Отцепись от меня, бабушка, я и так на 8:20 опаздываю. Ну, что придумала, а? Сегодняшнего дня ты профессиональный артист. Ты можешь волноваться, ты можешь страдать, ты можешь даже быть болен, но петь ты обязан всегда прекрасно. Ну, ну как? Счастлив, а? Да, счастлив. Но не так, как есть. Знаю, знаю. Если бы Клава была здесь, нашел о чем говорить перед выходом. Что-то снится далеко.
тенор, который поет, он живет в нашей квартире. Чьи-бо. Никита Иванович, я никогда так не пел. Дорогой Петя. Живой, Господи. Усили память. Ну что вы? Что вы, Василий Павлович?
Тишина! Есть, поздравляю и так далее. Молодец, молодец. Ух ты, горе мое. Ну, довольно, довольно, товарищи. Петя, идем. Ну, а теперь ты счастлив? Слава! Слава! Такси свободен? Ну, друзья мои, я вас оставляю. Вы меня извините, дела, дела. Куда же вы? Василий Фомич, голубчик. Старики не должны мешать молодым. А вы как же? А я как-нибудь на двух трамваях доберусь. Куда ехать? Прямо.